До финиша чуть меньше месяца. В Ярославской области продолжается фестиваль постной кухни. А вместе с ним и мастер-классы от известных шеф-поваров. Один из них прошел в Заволжском районе политехническом колледже. Шеф-повар Александр Иванов готовил постный черничный торт. Помогали студенты. Сам фестиваль в этом году проходит в онлайн-формате. Виноват коронавирус. Победителя назовут 30 апреля. Вообще постная кухня довольно сложная, и она, как бы сказать, требует подготовки, нюансов. То есть не зря раньше очень много монахов при монастырях, они делали это все долго, то есть у них было там какое-то вызревание, вообще это готовили сутками. А сейчас же на таком оснащенном предприятии мы можем это делать за час. Мы идем к истокам русской традиционной кухни. Многие рестораторы, которые, в общем-то, достаточно уже наши именитые рестораторы, да, они с огромным удовольствием учатся у поваров, которые готовят на монастырской кухне.